Наверное, многие из нас ходили в школьные кружки. Кто-то на танцы, другие на футбол или самбо. А вот ребята, про которых мы сейчас расскажем, с ранних лет занимаются защитой леса. Мы находимся в лагере «Зорька». Здесь 17 команд из разных районов Бурятии. Три дня будут соревноваться за кубок лучшего школьного лесничества. В Бурятии школьные лесничества появились более 50 лет назад. Существуют они как отдельные кружки, где дети постигают азы лесного хозяйства. Зеленые классы активно развиваются. Сейчас в Бурятии существует 44 школьных лесничества, а всего 4 года назад их было 18. Измеряем возраст деревьев, проводим такие экспедиции, то есть куда-то лазим. А вот в смысле измеряете возраст деревьев? Я знаю только, чтобы узнать возраст, его нужно спилить или нет? Нет, нет. А как? С помощью специального прибора, буравчика, можно измерить дерево. А как это работает? Как он работает вообще? То есть его выкручиваешь, и там он вот так достается. Очищаешь кору с дерева и, то есть, немного просверливаете. А потом вытаскиваете и смотрите, сколько колец. Как ты думаешь, вот эта береза, какой она высоты, как можно определить? Можно определить по веткам. То есть вот первое выскакивает, это уже один год. И то есть так все выше и выше, можно измерять. Ага, и тут примерно лет 25, да, где-то? Ну, примерно, да. Так, в чем же соревнуются юные лесники? В тушении импровизированного пожара, расчете ущерба от него и даже задержании нарушителей. Пробуют себя в разные роли, и таксаторов, и как бы вообще в роли тех же лесников по отводу. Пробуют себя и исследованиями занимаются. Ну, это довольно-таки солидное мероприятие в Республике Бурятия. А деревья сажают? Сажают. А как вы думаете, сколько уже деревьев посадили? Ну, ежегодно, вот даже мы с нашими ребятами школьного лесничества садим от 5 до 10 гектаров, а бывает иногда и выше. И если у нас здесь 46 лесничеств, представьте, какие территории ежегодно озеленяются. Ребята заботятся не только о природе, но и о своем будущем. У детей, которые являются активными членами школьных лесничеств, очень хорошее портфолио. Портфолио при поступлении в вузы дает им значительные преимущества, скажем, перед конкурентами, перед другими детьми. Потому что это ребята, которые они владеют не только теорией, они владеют и практическими навыками. И нужно сказать, что есть значительные успехи у школьных лесничеств Республики Бурятия, потому что мы выезжаем, в принципе, за пределы республики, выезжаем в Москву. Ребята будут жить в лагере целых 3 дня. У них будет масса мероприятий, и, конечно же, они оставят после себя мусор. Но только он никак не повредит природе, а все потому, что здесь установили такие ящики для раздельного сбора мусора. Можно уже посмотреть и увидеть, что действительно здесь у нас пластик, здесь у нас бумага. А я боюсь даже смотреть, что впрочем, но там тоже что-то есть. Ребята подходят к этому очень ответственно. Александр Зуев, Баир Дугаров, телекомпания АТВ.